Незвычайный подарунок до Дня города. Картинная галерея Гавриила Ващенки рыхтует цирковое шоу с выступлениями артистов и майстер-классами. Эта установа культуры добра ведомая у Гомеле и не только организации выстав. Так, зараз тут можно убачить соправдные работы таких ведомых старожитных мастаков, как Винсент Ван Гог и Рембрандт. На своих пляцовках галерея организует мероприемства, примеркованные до разных историчных дат. У ближайший авторок я на открыт сезон подрыхтовки до 880-годия Гомеля. Тут у першиню в Беларуси пройдет Open Air – цирк «Мое життё». Тема обрана не выпадково. Гомельский цирк, який з'являється одной из визитных карток города, сёлета отзначає 50-годие. Особливое место будет отведено заслуженному деячу краины, былому директору цирка Якову Лабовичу. В этот день можно будет не только окунуться во все цирковое искусство, в котором будут задействованы практически все коллективы циркового искусства. Это и наш Гомельский государственный цирк, это и цирк инклюзивной культуры, дворца культуры Костюковка, дворца культуры фестивальной. Все площадки будут мастер-классы работать для детей. Но в этот же день мы откроем уникальную выставку, посвященную Якову Михайловичу Лабовичу и в том числе становлению Гомельского цирка и личному вкладу, который Яков Михайлович внес в историю нашего города и в историю государственного цирка. Фест «Цирк. Мое життё» у картинной галереи Ващенки пройдет 21 червня. Яно почнется у 16 годин. Уваход бесплатный.